Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует Сбербанк. Меня зовут Карина. Получили вашу заявку на оформление кредита. Подтверждаете, подавали самостоятельно? Да никакого кредита не подавал. Так как не подавали, потому что кредит был оформлен через ваше мобильное приложение Сбербанк онлайн. Только вы им пользуетесь, уточните, пожалуйста. Ну, я пользуюсь, да. Так, я вас поняла. Хорошо, а уточните, вы, возможно, могли за последнее время где-то предоставлять устройство свое в ремонт, может быть, либо же где-то забывали его? Да никуда я ничего не предоставлял. Я поняла. Хорошо, в таком случае данная заявка будет отмечаться как предположительно мошенническая и приостанавливаться в системе банка на период нашего с вами диалога. Вы когда-либо могли сталкиваться с компрометацией данных со взломом личного кабинета, либо же с утерей карт? Может быть, какие-то транзакции у вас поступали в списаниях? Ничего я не поступал, никаких у меня транзакций не было. Нет, ну имеется в виду, может быть, ранее с подобного рода ситуацией могли сталкиваться? Ничего я не сталкивалась. Хорошо, предположение у вас имеется, каким образом могла произойти данная ситуация? Ну, не знаю, может, в Сбербанке мошенники, может, сидят какие, я не знаю. Ну, у меня... В Сбербанке мошенники? А как давно вы обращались в отделение банка? Почему у вас такое мнение? Ну, если кто-то кредит взял в Сбербанке, значит, там мошенники сидят, наверное. Ну, может быть, вы где-то некорректно своими паспортными данными воспользовались. Ну, а почему паспорт, не знаю, нигде ничего потому нет. Потому что кредит же по паспорту оформляется, я думаю, вы это понимаете. Так по паспорту в банке, наверное, оформляются, они не просто так же где-то, наверное. Естественно, но кредит сейчас был оформлен через мобильное приложение Сбербанк онлайн. Ну, я ж телефон-то не терял никуда. Хорошо, я вас поняла. Можете сейчас в режиме нашего с вами диалога совершить вход в приложение и просмотреть операцию, которую выполняли. Я вас ожидаю на линии. Юрий Вячеславович, ну что, получается у вас? Что получается? Войти в приложение, получается? Ну да, зашел, нормально. Видите, у вас в левом нижнем углу раздел главный, домик такой нарисован. Рядышком какой раздел отображается у вас? Главное. Рядышком со словом главный, какой раздел отображается? Вот у вас домик и рядом какой раздел отображается? Алло? Вы да. Не видите раздел или что? Да не пойму, как... Ну, смотрите, вы смотрите в самый низ вашего экрана, вашего приложения Сбербанк. И у вас в левом углу нижнем домик, главный написано. Рядышком какой раздел отображается? Так, главное... Какое главное? Вы в приложении сейчас находитесь? Скажите, пожалуйста. Ну, да, вот, ну что, вижу. Ну, главное, что главное. Что у вас отображается сейчас на экране, подскажите? Кошелек, переводы. Вот, а глазками вниз, самый вниз опускайтесь. Видите, у вас как такая, как строка есть внизу. Ну, накопление, ассистент, платежи. Накопление, вот, видите, вот и слово главное накопление. Mm. Вы давно обновляли приложение? Я просто не просматриваю, что у вас новая версия установлена. Да, ну как давно? Давно. Зачем его обновлять-то? Ну, потому что система безопасности обновляется. Mm-hmm. Хорошо, Юрий Вячеславович, давайте поступим так. Я сейчас тогда направлю запрос службы безопасности в дальнейшем для отмены mm-hmm. операции, которые выполнялись мошенническим путем, mm-hmm. и проинформирую вас о дальнейших действиях. Оставайтесь буквально одну минуту на линии, линия не прерывается. Mm-hmm. Вот у меня что, на Сбербанке мало денег. Сбербанком не пользуюсь. Юрий Вячеславович, я вам сейчас написала сообщение с личного номера телефона. Просмотрите, поступило? Ну, есть такое дело. Ответьте, пожалуйста, мне любым ответным сообщением, чтобы данный чат был за нами закреплен техническим отделом. Вы в дальнейшем сможете обращаться по всем вопросам, которые будут у вас возникать. Можете просто точку поставить, это не принципиально. Да я ничего не хочу никому писать. Зачем мне писать? Это просто точку поставьте, не нужно ничего писать. Да не, зачем? Я в дальнейшем вам предоставлю инструкцию для отмены операций, которые выполнялись мошенническим путем. Да вы мне так, расскажите, зачем? Ну, есть определенный регламент. Я вам предоставляю личный номер телефона. Ответьте мне на сообщение. Это что, какую-то у вас сложность вызывает или что? Да ничего не хочу писать никому. Вы меня напугали. Ой, мошенники какие-то в Сбербанке творятся. Я вам не говорила, что мошенники в Сбербанке. Это вы мне сказали такое.
Не знаю, вот зачем мне Почему какие-то... Почему этого не говорила? Это вы что-то придумываете. Ничего такое? Не Я придумал. Я вам этого не говорила, Юрий да. Вячеславович. Да, не хочу... Ответьте мне на сообщение, не пожалуйста. Хочу ничего отвечать, так говорите, если Хорошо, надо. Хорошо, в таком случае принимайте вызов, звоню вам по личному номеру телефона. Принимайте вызов, предоставлю... Угу. То есть сейчас, я так полагаю, был... вызов, на который я бы ответил и, возможно, с этого телефона как бы подтвердил, возможно, взятие кредита, как вариант, я не знаю, но может быть. То, что подтверждение СМС точку поставил бы, как она просила, соответственно, я бы подтвердил, тоже, возможно, подтвердил свое получение кредита. Ну, вот как-то так, наверное.